Угроза распространения коронавируса вносит свои коррективы. Корпуса Люберецкой областной больницы перепрофилируют для возможной госпитализации пациентов с COVID-19. Все подробности далее. В то время, когда жители всей страны призывали оставаться дома, те, кто находится на передовой в борьбе с недугом, в кратчайшие сроки несколько отделений Люберецкой областной больницы должны преобразиться в специализированные госпитали для приема пациентов с COVID-19. На сегодняшний день, слава богу, у нас на территории городского округа, чтобы кто-то лежал в стационаре, больных коронавирусом, нет. Это счастье большое, но мы должны быть готовы. Подготовка к другому сценарию привела к решению создать 70 коек стандарта COVID-19 на базе имеющихся в округе 111 инфекционных коек. На данный момент в Люберцах уже создано 50 специализированных мест. Работа по остальным 20 пока продолжается. Это одноэтажный отдельно стоящий корпус. Перепрофилировать его в койки, которые будут работать в режиме инфекционном, опять же, подчеркиваю, если это будет необходимость в этом, мы должны к четвергу. То есть у нас 2 дня на перепрофилирование. Пациенты, как видите, сейчас уже у нас переведены в другие структурные подразделения. Вместо 30 коек для лечения эндокринных заболеваний здесь оборудуют 20 для борьбы с коронавирусом. 14 коек будут обеспечены кислородом. При необходимости в арсенал отделения поступит 7 аппаратов искусственной вентиляции легких и бригада медиков, которая окажет необходимую помощь. Я благодарен сегодня врачам, специалистам. Сегодня есть полное понимание. Наши специалисты сегодня проходят дистанционное обучение, медики, каким образом лечить больных коронавирусом. Власти округа возлагают надежду, что преобразованные отделения не придется использовать по назначению. Для этого надо придерживаться простого правила – оставаться дома и не подвергать себя опасности. Анна Троян, Луиза Егиазарян и Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.